разглядеть за днями след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И залп! И тут они заголосили, девчоночки, запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо снежное рябое, был ветер обжигающий горяч. Былинный плач висел над полем боя, он был слышней разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, остановясь на смертном рубеже. «Ой, мамочка! Ой, мама, страшно мне!» И снова батарея! И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинищие ветки, торжественность венчального стола, неслышанная ты моя навеки, несказанная я тебя ждала. И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтоб закричать в родильном доме: «Ой, мамочка! Ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.